Ребята, всем привет! Это и VIP, и не VIP новинки. То есть пришло мне все в одном заказе. Все, что я попыталась урвать. Поэтому давайте я сниму обзор. Он и так будет маленький. Итак, смотрите, это я, значит, Викуське заказываю. Она у меня кушает вот эти вот конфетки без сахара. Нам они очень нравятся. 100 грамм. Получается артикул 16073. Итак, вот они такие хорошенькие в упаковочке. Значит, давайте будем доставать. Боже мой, сразу такой запах приятный, да? Они идут полностью молочные. Тут нет темного шоколада. Очень хорошенькие, ребят. Прям не знаю, сколько они еще будут в наличии, но, как вы понимаете, это лимитированная версия. Поэтому я взяла побольше. Викуське 1-2 штучки в день. Так просто даем. Или даем ей коробку. И у нас есть ритуал. Она ходит и всем дарит по сердечку. Мы ее учим делиться. Следующие конфетки вам уже, скорее всего, знакомы. Тоже я их долго не мучаюсь. Так вот, разрезаю. Тут смесь получается молочного и темного шоколадов. Артикул 16066. То есть тут идет шоколад молочный без сахара с кешью. Потом, значит, шоколад молочный без сахара с фундуком. Молочный с клубникой. Молочный с малиной. Кокосом. Следующий ряд идет молочный с манго без сахара. Молочный с клюквой. Далее половинка, да, молочная, и половинка темного. Темный с лепестками миндаля. Вот он тут, да, не по порядочку немножечко. Потом, значит, темный с ежевикой. Я так понимаю, наверное, вот это. Кучечка тут маленькой ежевички есть. Темный с инжиром. Так, темный с вишней без сахара, темный с грецким орехом, темный с лепестками миндаля, ну и так далее. То есть он очень симпатичный. Значит, тут идет из 15 роскошных шоколадок. Такой вот тоже вкус. Очень часто, когда ко мне приходят гости, я эту коробочку раскрываю, ставлю на стол, и все кушают, и у всех ручки тянутся, потому что это действительно красиво, аппетитно. Тут есть, знаете, такие отверстия, что удобно брать шоколадку. И такая вот она с другой стороны. Это темный и такой вот получается молочный шоколад. Тоже очень такой приятный аромат. Прям вам показываю, самой слюнки потекли, да? Красота какая. Показать вам поближе. Артикул 600-663. Меня это попросили мои дорогие подписчики, да? То есть мне кажется, что он двухсторонний, если не считать вот тут вот шов, то что он изнаночный идет, да? Если тут все хорошо, тут идет изнаночный шов. И что самое интересное, если у вас ногти или еще что-то, то можно сделать легко вот так. И потом эта дырка, она легко также и убирается, затягивается, не оставляя никакого следа. Очень интересная ткань. Он такой идет полутеплый, полусинтетический. Ну, такой очень приятный, на мой взгляд. Значит, тут идет 50% вискозы и 50% полиэстер. Ну, прям угадала, ребят, да? Размер 70 на 180. Вот идет бахрома, блестки. Вот, по идее, это лицевая сторона, а это просто немножечко идет потемнее. И мне до сих пор интересно, как вообще вот... Как такое вот возможно, да, то есть его вообще очень сложно носить, сложно им пользоваться, поэтому из этого показываю второй раз, то, что вы просили. Далее, смотрите, я заказала все батончики тут манго, по 4 штучки, их очень часто в наличии нету, потому что они одни из самых вкусных кокосовых батончиков. Их всегда идет 4 штучки в упаковочке, нельзя купить один или два, именно берем целую коробку, 120 грамм, 4 штучки по 30 грамм, артикул 160-64. И давайте с вами посмотрим. Давно их вам не показывала, потому что их вообще очень давно не было в заказе. Это полезные батончики, они сладкие, вкусные, они очень ароматные. Красота! Сладкие, вкусные, ароматные. И плюс ко всему, они мне очень понравились. И их кушать одно удовольствие. И запах у них великолепный. И вкус классный. В общем, это самый любимый батончик всей нашей семьи. Но это, как вы понимаете, только для тех, кто любит кокос. Далее у нас с вами появились три такие вот кашки. Первая каша — это мультизлаковая с земляникой и кокосом. То есть таким образом открывается. Там идет пакетик внутри. Вот с таким вот содержанием. Угу. То есть, тоже хочется разрезать, посмотреть, что же там такое. Мне прям хочется, да, то есть мультизлаковое идет. Очень приятно пахнет. Ну, тут тоже на любителя, кто кокос не любит. Витамин С, магний, фосфор, 3 порции, готовится 5 минут. И давайте закупим с вами покрупнее состав. Хлопья овсяные, хлопья полбинные, кокосовая стружка, земляника сушеная, бамбуковая клетчатка. Содержит глютен, может содержать следы сельдерея,
сои, горчицы, арахиса, кунжута и орехов. Вот такой вот у них спектр витаминов. Кому это интересно, ставьте на паузу, обязательно читайте. Тут, ой, есть все. В9, С, магний, цинк, ой, в общем, много-много-много. И смотрите, что еще в составе содержится. Значит, полба, бамбуковая клетчатка, кокос и земляника. Артикул 161-12. Далее, вот, тоже очень интересная кашка. Гречневая с яблоком, корицей, 3 порции. Тоже фосфор, магний, пищевые волокна содержится. Время приготовления 5 минут. И состав тут такой. Значит, хлопья гречневые, яблоко сушеное, рисовая мука, бамбуковая клетчатка, корица молотая. Может содержать следы глютена. Ну вот, я не люблю корицу ни в каких, да, то есть ракурсах. И, конечно же, тут как раз-таки она корицей очень сильно попахивает. И я бы не хотела пробовать, но ради вас я попробую. Вот, один раз можно заказать, покушать. Значит, способ приготовления. Тут можно и в молоко, и в воду. В принципе, все кашки. Далее еще одна, ну, можно сказать, овсяная кашка, как я ее буду называть. Хотя тут идут прям орехи, как вы видите, целиком фундука. И вот такие вот они, мультизлаковая кашка. Действительно, с кучей таких вот орешков. Мне кажется, классно. Значит, тоже 100% натуральное, в принципе, как и все кашки. 3 порции, время приготовления 5 минут. Давайте с вами увеличим состав. Значит, хлопья овсяные, хлопья пшеничные, хлопья ячменные, фундук жареный, дробленый, семена льна, яблоко сушеное, яблоко, рисовая мука, бамбуковая клетчатка, содержит глютен, орех, может содержать следы сельдерея, сои, горчицы, арахиса, кунжута. Также покажу вам очень медленно все питательные вещества, которые тут есть. И вот, как вы видите, описание основных продуктов, которых, наверное, больше всего. Ячмень, уровень сахара в крови регулирует, очищает от токсинов. В общем, ну, классный такой состав. Льняное семя тоже очень полезно, содержит омега-3, фундук и бамбуковая клетчаточка. Далее, смотрите, заказала пару термокружечек. Я их уже вам показывала, поэтому распаковывать не буду. Тем более, это на подарок у меня пойдет. Артикул 910-150 термокружка и вторая термокружка 910-151. Они реально классные, мне нравятся. Они герметичные, мы уже их попробовали и так далее, все здорово. Дальше, значит, заказала мужу нижнее белье на зип-замочке. Все дела. Да. Вот порой вот так распечатываешь, не глядя, и не знаешь, что там ожидает. Да, то есть, ну, обычные такие с резиночкой. Совсем просто нужно обновить, потом еще что-нибудь закажу. То есть такие хорошенькие, классненькие. Боксеры классик. Артикул 834-685, размер XXL. Дальше. Значит, еще боксеры серенькие я взяла. А, чернильные, чернильные. Вот серые это. Да, боксеры классик. Артикул 803-473. Размер XXL черничный. Ой, чернильный. 95 хлопок, 5% эластан. Также нравятся они нам. Он много лет уже в них ходит. Говорит, вообще великолепные. Они даже лучше, чем в магазине. И ему понравились именно Faberlic Men, а не Флоранж. Да, то есть в Флоранже тоже раньше было мужское белье. Так вот, Faberlic ему нравится больше. Далее, вот такие вот глиттеры. Значит, глиттер для лица и тела. Артикул 6487, 2,5 грамма. Давайте открывать эту красоту. То есть так вот они изначально выглядят. Угу. Увеличить вам, показать. То есть таким вот образом, ну-ка, если еще крупнее, чтобы вам видно было, да. Они, походу, тут идут без звездочек. Да, то есть такие вот простые, да. Ну и давайте их нанесем, попробуем на руку. О, как плотненько. Да, и они уже идут с каким-то клеем, типа гипоаллергенные, то есть их можно разносить туда, куда вам, в принципе, захочется, да, такой вот блеск создается, красивый, равномерный, хорошенький, да, то есть вот таким вот образом можно наносить. То есть на лицо, под глаз, еще куда-то, я думаю, будет очень даже симпатично. Следующий оттеночек это 6485. Да, у нас теперь трое таких вот глиттеров. Ну и давайте посмотрим, как он на руке. Ножка, да? Алиса, вот тебя, конечно, тут не хватало. Кыш отсюда, кыш-кыш-кыш-кыш. Как она любит в кадр залазить, это что-то с чем-то. Попробуем. Давайте рядом с этим. Ой, ну вообще красота. Мне вот этот, конечно, больше нравится. Ну и золотистый тоже такой хорошенький. Да, давайте чуть-чуть подальше сделаем. И совсем далеко посмотрим. То есть как зеркало.
блестят очень сильно. Кстати, ребят, смывая вот эти глиттеры, я могу сказать, что они водой, обычной водой, они вообще никак не смываются, не хотят. То есть их смывать только обычным мылом. Без мыла, просто водичкой, их не смоешь. Просто вот их можно еще передвинуть куда-то, чего-то, да, с помощью воды, если сразу же свежее пойти смывать, которое еще не замерзло. Но обычным способом, в общем, без воды никак. Далее, смотрите, носки-невидимки. Я заказала 39-41 размер и заказала 36-38 размер. Да, такие вот. Вот это не смотрите, это я тенями нечаянно делала макияж и тенями нечаянно их задела пальчиком. Люблю дотушевывать. Значит, такие вот рисуночки хорошенькие. Действительно, они классные. То есть это идут что-то типа носочков-невидимочек, типа следков, да, как вы понимаете. Тут, видите, идет резиночка, которая такая упругенькая, она ногу не давит, но не дает носочку спасть. Тут, значит, у нас изнутри есть такие вот три штучки силиконовые, которые не дают с пяточки спасть. Да, то есть вот они там внутри, как раз носочка. Такой вот рисуночек. И вот эта вот резиночка тоже хочется показать вам крупно, что она более упругая, нежели сам вот носок. Если носок он так тянется хорошо, да, то резиночка она уже идет потуже немножко. И я так понимаю, с помощью этого носки не спадают с ноги. Так, значит, 36-38 у нас с вами идет артикул 820-554. 39-41, 820-555. Ну и вот это, конечно, совсем мое-мое-примое. Мне нравится больше всего. Я тоже взяла 36-38 размер с артикулом 820-552. Обычные носки, очень приятные оттенки, плюс украшены такими вот мимимишными сердечками. А, то есть они тут вышиты немножечко с люрексом, с чем-то еще. Такие вот хорошенькие симпатяшечки. Вот. Значит, тут тоже, кстати, у них идет прорезиненные, да, видите, вот эта вот резиночка идет, чтобы они с пяточки не спадывали. Хотя на самом деле это уже идут не следки, а носки. То есть они уже весь подъем или взъем, кто как любит называть, вы закрываете, да, если тут как бы действительно они как следочки идут, надеваются на ножку, то тут уже ножка полностью закрыта, можно с кроссовочком носить, и вот это место, оно не натрется. То есть вот это вот, конечно, классно, такой вот голубой меланж, яркий такой небесный оттеночек, очень симпатичный. И вот такие вот бежевые для тех, кто любит поскромнее. Все цвета, как вы видите, такие пастельные, приятные, приглушенные. И у носков 39-41 размер, артикул 820-553. Конечно же, акваспрей, освежитель для воздуха, утренняя свежесть, невероятно приятный, сладкий, классный такой свежий аромат. 250 миллилитров идет, артикул 30-325. Далее чайник заварочный гунг-фу. Ребят, может, я в чем-то не права, но тут написано: удобен, прост в применении, подходит для любого сорта чая, позволяет контролировать процесс заваривания. То есть как бы все тут здорово, да? Артикул 910-054. Кому нужна аннотация, пожалуйста, смотрите. Да, люди почему-то некоторые пишут мне в ЛС, говорят, вот вы не показали. Ну, я не знаю, что тут показывать. Вот. Ну и смотрите, способ применения. Поместите заварку в верхнюю колбу, налейте в чайник воду необходимой температуры, дождитесь, когда чай заварится, нажмите зеленую кнопку, чтобы настой стек в нижнюю колбу, а листья останутся сверху. Процесс заваривания можно повторить в зависимости от сорта чая и ваших предпочтений. Вот не поняла. Вот в прошлый раз я тоже с этим чайником долго мучилась, и потом его разбила Вика, и я думаю, да и слава богу. Вот, смотрите, да, то есть тут есть пружинка, которая вот вы сюда, значит, вот в это вот покрытие, которое, кстати, достается, если оно вам не нужно, да, то есть оно достается. То есть это может быть как обычная леечка, использоваться мало ли что. То есть это такое какое-то стекло пластиковое, я так понимаю, это все пластмасска, мерных делений нету, и вот сама вещь. То есть вы сюда, когда наливаете чай, насыпаете чай, он у вас тут вот в этой колбовке заваривается, и он не попадает в чайник, этот чай, пока вы не нажмете вот эту вот зелененькую, да, то есть тут их две, вам надо именно зелененькую нажать, и вот получается тут отходит, да, и открывается вот это вот отверстие, и в чайник выливается именно заварка. Я так понимаю, потом его нужно убрать, долить воды и пить. Но у нас же есть с вами чайники, которые сразу же насыпаются, завариваются, и мы тут же их сразу пьем. Ну, вот тут что-то вот замудренное, немножечко, в общем, немножечко сложнее вариант, чем он есть на самом деле. Последний — это футболка.
Я заказала мужу наугад ее, но она ему точно подойдет. Размер 54, артикул 528-041, 100% хлопок, принт тай-дай. Вот, знаете, эта футболка лично, да, для меня вот сейчас зимой, ну, она просто вот там сходить в магазин, да, там под теплую куртку надеть, сходить в магазин, поваляться дома на диване, да, такая вот 100% хлопок, удобная, дышащая, свободная, классная, оверсайз футболочка, да, то есть поэтому, видите, какой рисунок клевый, да, и я заказала, с удовольствием, думаю, пусть муж ходит в чем-то более ярком, нежели у него сейчас есть на самом деле, захотелось что-то поярче, вот, ну и последнее, да, заказ сегодня маленький, последнее, это я заказала клубничный коктейль, тоже 70% скидкой, у меня сейчас две 70% скидкой, как у VIP-консультанта, и одна 70% скидка по программе Like Faberlic для всех постоянных покупателей, то есть если вы два каталога подряд делаете заказ на минимальную сумму, в России это, например, 1000 рублей, да, по цене каталога, то на каталог номер 3 вы уже можете брать один продукт с 70% скидкой. И вот этот коктейль мне обошелся всего лишь 900 рублей, ребята. Вот в какой степени дешево. Так как мы занимаемся частенько спортом, то у нас получается он нам нужен на постоянной основе, пить до, пить после, и мы его пьем вдвоем с мужем. А тут получается, по-моему, 15 порций, если я не ошибаюсь. Вот. И этот коктейль, он действительно очень полезный. Я про него много раз вам скидывала видео и в комментариях, и выгружала его на YouTube-канал. Видео от специалистов. Если вы это посмотрите, то, я думаю, вы тоже захотите, если занимаетесь спортом, приобрести себе такой вот коктейль. Артикул 157-13. Ну все, мои хорошие. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Новинки еще придут. И придет еще немало. Но это пока что первая партия. Ребята, я с вами попрощалась, забыла каши показать. Значит так, мультизлаковая с земляникой и кокосом выглядит таким вот образом. Угу. Очень такая ничего густая у нас получилась. В принципе, вы можете ее разводить как хотите. Написано добавить сахар и соль. Но она сама по себе слегка сладковатая. Поэтому сахара, я думаю, его не стоит добавлять. Но кому хочется, конечно, можно добавить. Мы ее приготовили на молоке. И ну, тут она уже, конечно, корочкой покрылась. У нее вид намного так, это посимпатичнее, да. Ну и, конечно, можно было сделать пожиже. Следующее. А, кстати, насчет вкуса. Нормальная, но чувствуется что-то не что-то полезное, что-то не овсянка. Следующая кашка очень красивая. Посмотрите, она просто сама по себе очень красивая, прямо шикарная такая, да? Это у нас с яблоком и фундуком. Ну все, это моя любимая каша от Ничай Family Club. Очень вкусно, фундучок похрустывает. Все остальное очень даже приятненько. Прям ням-ням-ням, прям хочется всю ее сейчас прямо и скушать. Да, действительно вкусно. Ну и сейчас будем пробовать кашу гречневую с яблоком и корицей. Вот таким образом она выглядит. В принципе, да, не очень-то аппетитно. Вот, можно сделать ее, конечно, пожиже, еще как-то, но мы решили соблюсти пропорции все. Ну, как я и ожидала, ярко выраженный привкус гречи, корицы. Это все, на мой взгляд, не очень-то хорошо сочетается, не так уж и круто.